Захочется на Бали, обязательно берите с собой теплую одежду. Не получилось так, как у меня. Но на самом деле это такой прикол. Это деревня Бали в Гродненской области в Белоруссии. Бали. Оказалось, что это маленький белорусский хуторок с где-то 6-8 домами и приусадебными хозяйствами. Вот такое белорусское Бали. Маленькая деревня в Гродненской области. Знаете, что в последнее время в связи с усугубившимся экономическим кризисом туристические фирмы выживают как могут. Поэтому, когда вам предложат дешевую путевку на Бали, обязательно переспросите, это остров в Индонезии или это деревня Бали в Белоруссии. Потому что по-своему они будут правы. В Белоруссии деревня Бали, в которой тоже летом можно хорошо отдохнуть за небольшие деньги. Привет из Белоруссии, из Гродненской области.